посмотрим большое поближе. Добро пожаловать на борт! Орлы наши! Так, место с борта собирайте потихонечку. Нормально, не надо их прикрыть еще или что там? Не, нормально, нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Ждем всех. Сколько у вас всего будет? Шесть с командиром. Вместе, да. А? Сейчас выброской поднимем вещи. Вон возле трюма пираты на борту. Возле трюма вон там они стоят. Вот. Группа со спецназом. Сейчас вертолет к нам подлетает. Вот, ждем высадку. Вон он, пираты на крышке трюма. Русский спецназ. Вот они там тут поднимаются. Вот наш военный корабль. Большой противолодочный корабль Североморского. Вертолет уже. Пираты обосрались уже. Оружие. А вот пошел первый. Первый, который вышел, он уже спрятался, приготовил оружие, высматривает пиратов.
человек на высаде из Нафорта. Сейчас будет не поиск пиратов и отстрел. Пираты лежат уже. Был предупредительный выстрел. Пираты лежат живые, но лежат. Так, пираты захвачены, находятся под наблюдением. Вот наш бугелек рядышком, который высадил нам десант специального назначения. Остальные пошли добивать остальных пиратов. Вот один пират засел между 7-м и 8-м трюмом. А вот они идут и прикрывают другого. Догадались, что пират там скрыт между 7-м и 8-м трюмом. Спасибо большое. Прямо справа, что там? Куколки можно открыть. Все, заблокировал. Досмотр. Третий механик, я знал, закрыть их и вышел. Закрой дверь. Тебе было четко приказано сидеть там, Коля, в двери, блядь, и никуда, Коля, не двигаться. От этого человека на пол. Потому что магазин. Твоя. Я принял, мы еще до цитадели не ушли, а мы под контроль взяли ходовой мостик, ждем добро на цитадель. В цитадели там у нас никого нет. Всего 4 пирата под контролем российского спецназа, мордой об палубу. Операция закончилась. А где они были? Всего этого. Суд освобождено российским спецназом. Спецназ на мосту. Продолжаем движение в заданном направлении. Принял 15 минут. Надо, вертолет готов. Сейчас будет взлетать. Забирай спецназ. Вот он, вертолет. Сейчас будет забирать спецназ.
газа. Готовы. А вот едут забирать нашу группу. Все, мы вышли с зоны пиратской активности. Вот подъезжает катер с военного корабля. Идет катер. Катер отошел. Да, катер отошел. Прощание, славян!